Часы остановились в час. Как скучно нам лежать в постели, как жаль, что наш Аркацетели нас не спасает в этот раз. Скрипит пружинами диван, в углу опять скребутся мыши. Давай очнемся и вдвоем напишем трагикомический роман. Давай придумаем сюжет, в котором нам найдется место, в котором можно будет интересно прожить хотя бы пару лет. Я буду к зависти толпы тебя любить любовью страстной. Когда исчезнет мой проклятый насморк, а также скука и клопы, на океанских берегах для нас пристанище найдется, и нам с тобой больше не придется все время думать о деньгах. Не будем думать о вине, не будем печь топить дровами, а будем там дружить с медведями и львами, забыв о будущей войне. Ведь нет границ у странных стран, и наши крылья мы не сложим. Тьмы низких истин, как всегда, дороже нас возвышающий роман. Итак, мы пишем наш роман. Творим не мысли, моя чудо, а на немытую посуду ползет усатый таракан.